Я считаю, что это обесценивание как бы всего процесса, тем более процесс идет уже на уровне Следственного комитета, как бы, и нас поддерживает председатель Следственного комитета. Вот. Для меня это слишком личная история, слишком болезненная. Вот. Я не буду это выставлять на общественность, тем более на телевидение, при всем уважении. Вот. Я заранее отказываю всем телеканалам.